А что, если забафанный фамильяр? Я не знаю, как это будет выглядеть, но я очень хочу на это посмотреть. Смотри, смотри, там засада, походу, сейчас будет, если огр потанчит. Опа, ризрака, встан его туда и поехала. Ой-ой-ой, как его порвало! Давай вот этого порвем, дядь. Да что за дамаг? Вы просто посмотрите. Как они фигачат. Рики, 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 Рики! О, иди сюда, на вставочку сейчас будет. Чек, чекай. Камон! Скажу, она... Опа, опа, трушот жмакай, дядь. Поехала, трушоты. Раз. Два. Три. Ух ты. Подожди. Дай, 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 дай. Ой, дядь. Эх. Ну почти рампага с фамильяров, почти. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенац, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если забафанный фамильяр, забафанный настолько сильно, что просто уничтожит всех абсолютно в ноль? Сейчас мы попробуем эту идею сделать, а перед просмотром этого видоса обязательно поставь лайк, подпишись на YouTube канал и приятного просмотра. Поехали. Ух, начинается. Короче, у нас сегодня супер-мега крутая стратегия, которую нигде никто никогда не использовал. Сегодня вот такой вот у нас пик. Бист, лайфстиллер, тракса, огр и некролик. Я сегодня играю на некролике. Как вы поняли, основная задача, конечно же, это фамильярчики. Фамильярчики. Пикаем фамильяра сразу вот этого некролика. Будем фамильярчика пробафать. Все максимально просто. Все просто вообще до безумия. Лайфстиллер берет в себя, конечно же, Риксара с раскачанной второй. Далее что у нас происходит? Найкс залазит в фамильяра. Фамильяра пробафывает огр. И после всего этого, в случае, если нужно атаковать, если нужно атаковать, Траксан нажимает троечку, и фамильяр раздает нереальное количество урона и очень быстро. Это что-то крутое должно быть, ребятки. Ну, сейчас посмотрим в целом, как у нас эта тема получится. Я поиграю на визаже именно через такой, получается, семи-саб, я думаю, потому что от меня тут особо толку не должно быть. Главное, это фамильяр. Ну вот посмотрим, у меня нанизу будет лайфстиллер фармить на пятом слоте. Аганим тут, кстати, ему, скорее всего, придется выфармливать первым слотом. Ну там посмотрим как, наверное, сначала дефолт, армлеты, там что-нибудь такое. И после этого мы начнем, конечно же, делать нашу комбинацию. Там, в принципе, смотрите, Зевс, милишник, 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 милишник. Один только Зевс, это у Зевса урезанная дальность атаки. Соответственно, нам будет, в принципе, просто. Так, я возьму вот такую штуку, возьму вот такую, возьму такую. И возьмем Синтряк. И пойдем вот сюда. Я вот здесь сейчас прорублю все, чтобы можно было, если что, как говорится, не в убыток Найксу забирать экспириенс с леса. Ну, попробуем, посмотрим. У Траксы тут задача будет собрать несколько артефактов на ловкость для того, чтобы тройка, тройшот аура раскочегаривала в случае... О, 100 секунд КД с акторином 70. В течение... Ну, это хорошо. Это отлично, это отлично. Все, 70 секунд КД, это очень хорошо. Траксе нужно будет просто раскочегарить трушот ауру для того, чтобы по нажатию фамильяр начинал долбить уроном. А все вы знаете, что у фамильяра урон у нас... Идет геройский, это то есть геройская атака, это очень крутая атака, и, соответственно, будет просто фамильяр разрывать. Но как это будет на деле, не знаю, на деле, посмотрим, посмотрим. Так, Риксар идет вниз, ну, если надо, пусть Риксар идет вниз, разберитесь там как, с огром, да, с ксусником там, в принципе, фарм, ну, кстати, тут фарм, не знаю, Риксар, чуть пофармлю. Чуть пофармлю. Блин, ну монетку я не заберу. Ох ты, Криса. Все, улетел, улетел, дядь, отходим. Я чуть на медасик постараюсь. Если что, Риксара тут поотвел немножечко. Чуть на медасик постараюсь подфармить. Ну, мне тоже главное там фамильярчиков немножко проапать, потому что у них дамаг это тоже 154 урона, 154 урона на ласте, и хитпоинтов будет немножко побольше у фамильяра. Ну, это как бы нужная вещь, на самом деле, я считаю. Ну, посмотрим, как будет у нас тут
все проходить. Сериксар возьмет у нас арбу. Он сможет жестко затушивать этого Зевса. Но я думаю, тут на втором, на третьем левеле сможем, да даже раньше, Зевса убить, потому что замедлялка. Хорошо. Ой, как Лац хитуется хорошо. Ух ты. Надо стики взять. У меня армора, конечно, и защиты вообще нету. Меня просто убивают тут с ноги. Армора, защиты нету. Ух ты, дядь, ну не надо, ну пожалуйста. Давай, давай, давай. Ну, этот Ризрак может, кстати, насолить мне тут немножко. Фамильяра. Фамильяра Визажистовича. Совсем все плохо по резистам. Такой себе очень ватненький на ранней стадии персонажик. Но с этим ничего не поделать. Такой он по балансу игры. 15% магического сопротивления. Это абсолютно ни о чем. Персонаж слабоват. Реально, по факту. В резистах он слабоват. Немножко побьем чувака. То есть у меня атрибут срезал, прикинь. Хорош. Тут, скорее всего, буду в размену ходить. Нет, найс, мы с ним. С Рексом зарубили. Что-то немножко подлагивает, если честно, как-то. Ну, это ру третий бот, кстати. Последнее время в айкапе какие-то проблемы. Постоянно подлагивает. Сгоняю на базу. Давайте в наглую на ТПшке желательно. Возьмем вот такую штуку и возьмем стечок. Хорошо. Ребята, у вас как, подлагивает? Нет? Как думаете? Помогает у вас? Чуть подлагивает, да? Ну, ру третий бот, к сожалению, ребята. Немножко подлагивает. Чуть-чуть. У меня немножко фриза бывает. И жесть там, ес. Таких хп там, 60 хп, но надо добить, обязательно надо добить это. Норм так фризы, да, ребята жалуются тоже. Очень неприятно, конечно, когда подлагивает. Чуть-чуть, давайте, знаете, что, выровняем немножко, вот так вот 35 немножко сделаем латенс, может быть, чуть полегче будет. Айкап расклеивается, ребят, последнее время прям очень сильно что-то не то совсем происходит. То делей, то еще что-нибудь. Латенс написал, и чел пишет лад. Чувак, я только что написал лад. Да, подлагивает, конечно, неприятненько. Контент немножко. Лад. Чисто лад. Пацаны спамят. Ребята, не забывайте поставить лайк за идеи. Очень интересная идея, интересная задумка. Посмотрим, как это будет в реализации. Надеюсь, получится интересно. Я сделаю медасик, чтобы на экспу давить. Потому что от меня тут такая задача, что, в принципе, я должен стоять, по сути. Играть именно по миллиарам. То есть мне нужно ж прокачать. Хорошо. Сентряк взял для Рикимару. Рикимару тут нету. К сожалению. Жесть. Рикимару, к сожалению, нету. Да, жестко, тяжело. Тяжелый лайн, конечно. Давайте куру возьмем. Хилочку. Не надо, дядя. Хорошо, сейчас. Да, регенчик сделаем. Иго Зевса можно смело тут уничтожить, потому что маны хватит, все хватит. ХПшки главное сейчас запулить. Есть ХП. Зевса смело можем, мне кажется, прям. Наглейшество. Просто пару нюков дали и все. Хорошо. Ребята не знают, видимо, как у фамильяра вообще кнопки работают. Так в наглую они решили немножко. Лад. Лад. 6, извращенец на Зевсе. Ужасно, конечно. Блин, такая скорость атаки под этим. Под Риксаром. Третий левел. А уже скорость атаки такая лютая.
Это будет круто. Сейчас уже фамильярчик будет один. И можно будет рядом с Риксаром побегать. Пораздавать. Давай, дядь. Лад, лад. Лад, лад. Так, Рикимару отошел, да? Рикимару на мину нету. Угу. Пожалуй, ткнем вот сюда кнопочку. И будем ждать в засаде. Оп-оп-оп, из-за Зевса надо убегать. О-во-во-во, прибежал. Вот так вот надо, ребят, вот так вот. Как же прочитано-то, ё-моё. Как же прочитан этот кукурузный початок. Давай, дядь, давай, опа. Смотри, инцифишнтмена. Прикинь мне этот призрак единицей. Ах ты, Рики вылез. У него 6 левел. Прикинь, единицей снимает мне ману, короче, ну, весь стат. И получается так, что, блин, ну, двойка я не ударил, тупо маны нет. Маны, я такой, смотри, как может быть маны нет? Отсутствует мана, не должно быть такого. Он мне единицей срезал, все. Второй раз уже так, от Криса. Ничего, нормально, это нормально. Сейчас уже будет фамильярчик. Уф, дядя, что же мы будем делать? Что же мы будем делать? Ну, Рики такой, кстати, не отходил. Шестым левелом. Шестым левелом. Лат, да иди в жопу ты со своим латом. Лат, лат. Жесть. Чел не понимает, что от того, что я буду лат постоянно по его просьбе писать, лучше у него не станет. Ух ты, дядя, ну ничего себе ты. Оп. А ты че на Рике? Обнаглевшая рожа. Жалко Insufficient Man, дядь. Так бы я тебя сейчас... Так, ну фамильярчики есть, медасик имеется. Хорошо. Я, в принципе, пойду лесочек фарману немножко. Левел будем давать. Так, у Траксы там в рейзике. В рейзике. Хорошо. Найкс. Медасик взял тоже, отлично. В общем, у нас все идет своим чередом. Пока что подфармливаем спокойненько, причем без каких-либо вопросов. Найксу нужно будет еще купить, я так думаю, гем, чтобы можно было Рикимару тушить. Тушить будем здраво. И сейчас будем просто отыгрывать аккуратненько. Пока что фамильярчики такие слабенькие. 11 левел апнем, будет нормально. Это нормально. Хорошо. Хорошо, ДДшка. Отлично. Ох, мне сбил, прикинь. Все регены. Так, на топе какая-то заварушка. Нифига себе там. Опасно, опасно. Гоу через роур, мне кажется, заберем Зевса спокойно. Погнали, погнали, дядь. Я сейчас тоже подойду. Хорошо. Оп. Вообще так легко. Пару тычек дал, и все. Да, ДДшка решает вопрос. Мне, в принципе, золото не очень важно. Мне важно именно в моменте иметь фамильяров, там, 11-й, 16-й левел, чтобы у меня были они чуть-чуть покрепче. Жесть, чел, конечно, на Зевсе наркоман. Его, он, как, кстати, когда, каждый раз, когда его убивают, он пишет «Лад, лад». То есть, как будто он умер именно из-за какого-то там интернетного лага или еще что-то, а не от роура или там от меня. Это просто, конечно, забавно, такой игрок. Интересно, назявся. Прям чувствуется, что он такой способный. Способный игрок, сразу чувствуется. Хорошо. Так, 1200. Я могу еще сделать тут аганим, в принципе. Чтобы было 3 фамильяра, да, но, кстати, это будет очень прикольно тем, что на всех же фамильяров в любом случае будет бафаться там скорость атаки, да, но Bloodlust не будет успеваться накинуться. То есть Bloodlust же будет на одного персонажа кидаться, но если единственное только там сработает мультик, да, какой-нибудь мультикастик, то будет интересно. Давайте аганим сделаем, почему нет? То есть если у нас тематика такое, уничтожение с фамильяров, то почему бы и не попробовать? Если честно, не продумывал эту тему именно с покупкой аганима, но я думаю, пусть будет. Если что, пусть будет.
сделаем так. Тоже будет интересно. Почему нет? Попробуем. А что нет? Тракса будет очень сильно бустить фамильяров. Пусть фамильяры просто выносят. Там двоих, не знаю, троих, если заберем с фамильяров. Прям тупо вот, знаете, что вот они выносят, то, ну, а что нет? Давайте попробуем. Блин, тут реки, я умер. Реки. Ну вот это, конечно, неждан. А, у нас Риксар под тавром пухает. Пипец вышел я, да? О, Риксар подошел, найс. Ну, завтыкал. Да понятно, что завтыкал. Жесть, фамильяр заряженный, вы видели? Просто. Ужас. Ну я виноват, что вышел, не прочитал, что Риксар АФК стоит. Да что ж такое у Зевса там, что проблемы какие-то. Лат, лат, лат. Дядь, не лагай, пожалуйста. Лат не давал, FF написал. Ай, жесть. Вот это, конечно, жестко. Это, конечно, жестко. 100 дэмэджа Тракса там добавило. 100 дэмэджа у фамильяра. На кармане, прикиньте. 56. 50 урона пока что добавляет у нас Тракса. Максимальное количество там под 80 урона. Жесть, как они душат под Риксаром. Просто посмотреть. Ха, щекотунчики. Просто щекотунчики называется эта ситуация. Когда они не пробафаны, там Ризрак, видели? Фаста гоним. Да, дядь, делай фаста гоним. Будет офигенно. Делай, дядь, фаста гоним. Очень нужно. Фамильяры там от этого, от тавра умирают просто. Жесть. Очень заряжено. Видели, как быстро они фигачат? Очень заряжено. Ну, это круто. Круто. Делаем, делаем задачи, ребятки. Не останавливаемся. Делаем, не останавливаемся. Экспа есть. По чуть есть, по чуть душимся. Поднимаем фамильяров пофармить. Пока фармим. Хорошо. Отойдем сюда. Внизу какая-то суета. Зевс на миду фармиует. Так, у меня иксовочка есть. Иксовочка есть. Хорошо. Почти агоним уже. 2000. Ну, в принципе, тут пару минуток агоним сделаем, я думаю. Ну, главное, 11 левел. 11 самое главное. Главное 11 левел. Смотри, внизу что за заварушка, бедолашка Риксарчик. Пойдем помогать, дядь. Че, у меня героев тухает, в кустах стоит. Давай, 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 сейчас фамильяром задушу. Оп, без двойки ударю. Нормально. Так, ну у меня почти есть. Почти есть агоним. 11 левел есть. Можно будет сейчас Найкс сделает. Найкс агоним делает. И все, можно работать. А мы Зевса в лесу убивали, дядь. Куда втыкаете? Тухаете. Зевса душили, брат. Не обижайся. Зевса душили, брат. Хорошо. А что такое, спектрулька? Не души, дядя. Оп, хорошо, не пошел. Посмотрим, как мы будем разносить. Спектру, прикинь, будем с фамильяра с одного убивать. Это где вы такое видели? Это же имба просто. Имба. Так, мне 500 золота агоним. Можно даже внизу фармануть, я так думаю. Тракса мид очень хорошо пропушила. Это дает нам... небольшое преимущество в золоте. Небольшое преимущество. Там нифига, сало ТП. Ну это просто 15 тысяч IQ мув. Хорошо. Так, 200 золота агоним. Кучка, прикиньте, этих фамильяров будет забафанных. Как они будут выходить и просто разрывать.
Я не знаю, как это будет выглядеть, но я очень хочу на это посмотреть. У меня как раз сейчас откатывается уже фамильяр. То есть наш ультимейт уже почти откатился. И это хорошо. Прям я вот жду не дождусь. Сейчас посмотреть, как это будет. Найкс почти дофармил, да? Сколько интересного осталось. Спасибо за подписку, ребятки. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Очень большой респект всем, кто поддержит. И, конечно же, не респект тем, кто хейтит. Пошли вы, знаете куда? В задницу. Вот, отдыхайте. Так, я хочу гем выфармить еще, чтобы... Гем. Выфарм. Выфармим гем. Так, барабаны. Найкса там вообще по пулу можно запуливать. Там какие-нибудь барабаны, там что-нибудь еще такое. Там, то есть там вообще можно так забустить этих, еще Володьку какую-нибудь. Там дэмэджа немного будет. Дэмэджа немного будет добавляться с Володьки. Но там вот эти всякие арморчики, вот эта всякая тема, это очень круто. Я думаю, это будет интересно. Так, я в принципе готов. Надо только гем дофармить. Мне чуть-чуть до гема. Так, три фамильяра подняли. Хорошо, мощные, сильные, аппетитные мужчины. Вот они, их три штуки тут. Хорошо, пойду нисами фармить. Я готов. Фул. Если что, Найкс рейди. И гоу, парни. Хорошо, и по лесу можно будет. Давайте здесь вардик поставим, в лесочек залетим и уничтожим там всех, кто появится. Гемчик я сейчас возьму. Стики продам. Оп, гемчик есть, Найксу отдам, хорошо. Эй, хорош там душить, давайте я вам сейчас покажу, что надо делать. Сейчас покажу. Хорошо, вон как они. Слабенькие, посмотрите, не забафанные, вообще ничего не делают. Сейчас посмотрим, как они будут душить втроем. Втроем, так, Вардик, Смакеичи, хорошо. Втроем, как они будут втроем душить. Хорошо, вот это вот. Упряжка боевая. Так, где там? Найксы. Залазим и поехали. У Траксы там, в принципе, в Агилу все есть. Левел тоже хороший у нее. Это будет, в принципе, там плюс 60, плюс 70 урона. Это уже довольно-таки неплохо. Ребята там соло гангают что-то. Ну, надо фамильяров туда подводить, чтобы они залазили и поехали. И пойду за варжу, наверное. Ну, через мид. В миду экспу апну. Через мид вардану. Резмит вардану. Резмит варданем. Хорошо. Отлично. Так, ребята такие не хотят там никак кооперироваться, да? Совместно. Никак не хотят. Как не хотят. Так, чуваки. Соберитесь. Где-то тут. В любого. Хорошо. Отлично. Так, соточка дэмэджа просто. Соточка дэмэджа. Давайте сейчас... Ну, огра бы желательно подождать еще. Сейчас огра подождем. Чуть-чуть. И Тракса, в принципе, будет на стреме уже. Уже трушот уже заряжено. Сейчас пойдет. Сейчас... Первый, кого, наверное, попробуем, это ЕСа. Так, я отойду на Б. Блин, надо бы... Огр, огр, огр. Бафай. Бафай, 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 поехала. Хорошо. Полетела. Так, дядь. Ага, Ризрак. Сейчас тут кто будет? Ес там. Я вниз тогда залетаю, если что. Иду, иду, иду. Вон, Зевса вижу. Дядь, жмакай трушоту. Жмакай. Иди сюда, дорогой. Кто там, Ризраки? Давай спектру, дядь. Смотри, как... Бедолашка. Так, вот это значит, знаешь что? Отлетают, не успеваю. Смотри, как хреначит! Смотри, смотри, смотри!
Блин, зря я на самом деле подсадил. Жесть, как они разносят, но я побоялся, что сейчас снимут. Одного фамильяра быстро очень положили. Жесть. Вот это дамага, я понимаю. Все, надо за бафой. Апнутого за бафой, дядя, я полетел. Вон сейчас. Блин, надо гем. Давайте, знаете что, Найкс, надо, чтобы Найкс вылез. Надо гем взять. Так, у Огра все забафано. Шесть. Они, короче, не ожидают, что там будет куча урона какого-то, знаете. Если на газ там сейчас Тракса попадет, Рики выйдет с инвизом. Эх, не вышел. Жалко. Давайте, знаете, что сделаем. Надо Найксу гем отдать. Они фамильяры эти, они реально кошмарят, жесть. Да-да, иду, гем сейчас отдам тебе. Сейчас гем отдам. Сейчас отдам. Хорошо. Вылази, дядь. Уже по-любому у тебя откатилось все. Выходи. Не умрет, он не умрет, он не лопнет. Это ж... Хорошо. Все, баф. Отлично, поехали. Хорошо. Так, у Траксы что там, КДшка? Ага, чуть-чуть осталось, да? Сейчас Огр пробафает. Нормально. Ждем тут. Он ЕС идет. Без трушота, мне кажется, можно. Смотри, как душат. Чисто докопались. Деньги есть, а если найду... Смотри, как ломают ЕС у бедолага. Трушот бафнул, там сразу посыпался. Чекай. Так, не успею. Лопнет сейчас, да? Хрикимару поддушил. Нежданчик. Но очень люто, кстати, дамажит. Реально, очень люто. Надо вату какую-то находить и эту вату прям вырезать. Ну, типа вот Зевс, да? Жесть. Это мощно, на самом деле. Очень, очень эффектно выглядит. Пересоздам. Пусть будет 3. У меня сейчас уже почти есть 16. Почти есть 16. Там ЕС вообще через трушот. Но от Траксы, наверное, надо сейчас этот брать. Траксе надо Октарин, чтобы быстрее кдшить это, чтобы комбинить. Так, идем, дядь. Оп, фамильяры сейчас порвут чувака. Жесть. Хорошо. Че вы там, когда будет все? Залазьте, если че. Полезай. Блин, это на самом деле, я думал, это не так работать будет. Но, ну, работает очень круто. Особенно, когда Тракса бафает. Кирасу бы еще, да, минус армор офигенно зайдет там. Там то, что нужно будет. Под Траксой это будет нереальное количество урона. Хорошо. Под Траксой это будет нереальное количество урона. Хорошо. Огр забаф. Найкс Кирасу соберет, говорит. Еще забафает. Во, 3х полетело. Го, на низ такую эту, знаете. Свора летит на низ просто. О, спектра. Момчик еще. О, Зев, здорово. Ой, сори. Рикимару меня убивает, чекай. Ну я умер тут, скорее всего, но... Так, сделаем. Пойдет, сейчас эти наркоманчики мои поуничтожают все. Трушот заряжен. Ой, как они душат. Просто фамильяры душат, нереально. Где ты там на ЕСе? Куда побежал? Реально, очень жестко душат они. Прям очень жестко. Смотрите, как душат. Да даже, в принципе, без Траксы бафа они очень люто фигачат. Так, я могу скинуть золото Найксу на кирасы, там, на такое все. Мне золото не нужно. Давайте так и сделаем. Найкса на базу отправляем. Я ТПшки, хилочки покупаю. И пусть Найкс одевает еще кирасу до кучи. Это просто будет жесткая тема. Так, все, есть 53 телепорта. На базу уже летит. Фамильярчик заряженный. Все, есть ТПшки. ТПшки, хорошо. Влазь, ТП бери, собирай. Хорошо, отлично. Есть, у нас есть еще на Найксе Кираса. Ой-ой-ой, как это будет жестко. У меня 16 левел есть, кстати, фамильяров перебаф. Фамильяров перебаф. Отлично, полетели. Доставка пиццы. Чисто доставка пиццы.
Доставка пиццы. Огр на варденге там, отлично. Тракса у нас почти с Актарином, солбустер там есть. К огру направляю полет наш, весь вот этот. Смотри, там Зевс пошел девардить. Так, баф, 2х мультик. Огра забафала и... Еще давай, дядь. Давай еще бафаем по максимуму. Смотри, смотри, там засада, походу, сейчас будет, если огр потанчит. Опа, Ризрака, встан его туда и поехала. Ой-ой-ой, как его порвало! Давай вот этого порвем, дядь. Да что за дамаг? Вы просто посмотрите. Как они фигачат. Рики, 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 Рики! О, иди сюда, на вставочку сейчас будет. Тек, чекай. Камон! Что это за имба? Почему они такие жесткие, эти фамильяры? Почему они так фигачат под трушот ауры этой? Ля, вообще, ты посмотри, как они фигачат. А что будет с Рошаном, если я сейчас зайду там, Рошан, не знаю, побить? Жесть. Это жестко. Но Рошана нету. Рошана нету, это жалко. Но это очень круто. Чисто, чисто я не знаю. Это Тракса пробафует и все, там просто уничтожение. То есть давайте пока посадим фамильяров, откатим им родной дамаг. Так, я в принципе... Соста абузер. Чисто сижу там, одной ногой играю, знаете, да? 150 урона у фамильяров этих, они в принципе сами разнесут все. Так, трушот у нас КД еще. Трушот еще КД. Давай, дядь, собью, если что. Собью. Блин, они так быстро бьют, это жесть. Фамильяры. Под этим, под Бладластом, плюс еще тройка, двойка Рексара, вернее, это прям, ну я не знаю, что-то с чем-то. Ща выйдет кто-нибудь, по-любому на девардинг и поймаем. Поймаем. Откуда столько ауру гаргулей? Парень спрашивает. Кажется, он стал что-то подозревать, но он не знает. Байтанут. Сейчас внизу либо кто-то фармить пойдет, либо пойдет на девардинг. Да оставь, 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 оставь. Пусть выходит. Вдруг Траксы там, трушот уже откатился. Найс, Актарин есть. Каждые 70 секунд будем делать вещи. Погнали, вот сюда пролетим, бафай. Так, Огр сейчас пробафает. Есть. На миду ЕС. ЕС без трушота должны убить. Ох, сколько дамаги, дядь. Оп, жесть. Бедный ЕС. Просто не знаю, что с ним не так сейчас произошло. Так, Тракса нажала, да, кнопку? Опа. Ультимейт. На топе. Траксес убивают. Дядь, бегу там, у него еще Егис. Сейчас будет драка. Сейчас будет драка. Ребята, сейчас будет драка. А, Егис кончился. Ладно, ничего страшного. Ладно, вот так разнесем. Чувиху вот эту. Смотри, просто они... Смотри, что они делают с этой бедолагой на этой, на спектре. Просто щекотунчики, но, блин, по чуть-чуть и плюс МС, он просто уничтожает его. Блин, это жестко. Реально, казалось бы, просто щекотунчики, да? Но они работают, эти щекотунчики. О, жесть, смотри, какая скорость атаки. Жесть. Смотрите, как они наваливают. Просто посмотрите. Жесть. Все это под огром еще. Обманщики. Так. Еще что-то, может, докупим. Может, огру какую-нибудь медальку там. Не знаю. Как думаете? Я могу тревел купить. Атос для огра. Давайте огру атосов купим. Немножко. Огру атос. Огру ТП скину на атосы. Вот здесь вот. Подойдет он туда? Хорошо. Так. Хорошо, дропну. Это жестко. И на базе еще лежат. А тот сейчас огр купит, это будет вообще жестко. Будет замедлять, и мы в это время будем душить. В это время будем душить. Так, огр у нас куда-то улетел. На мид. Хорошо, мы тоже на мид стянемся. Моя задача крайне проста. Просто фамильярами контроль и убивай. Это жестко.
Куру вот так дадим, да? Хорошо. Так, вниз ТПшечки. Но я тут, если ТП дам, от меня толку не будет. Пойдем аккуратненько. Фамильярами. Сейчас Огр пробафает. Огр здесь уже. И, в принципе, можно будет Огр бафать. Хорошо, основную Гаргулию пробафал. Я иду по чуть. Если что, там Траксе скажу, она... Опа, опа. Трушот жмакай, дядь. Поехала, трушоты. Раз. Два. Три. Ух ты. Подожди. Дай. Ой, дядь. Эх. Ну почти рампага с фамильяров. Почти. Они, короче, убили фамильяра, который жестко дамажил. Самый первый фамильяр. Я смотрел, короче, таргетил. Для того, чтобы, короче, этот... застанить одним фамильяром, а другим побить. Но не успел немножко. Найкс немного опередил. Жестко. Ну ладно, нормально. Дай мне Эриксару контроль. Да, можно. Давай я тебе дам, дядь. Возьми фамильяра, которого не бафаю, если что. И чтобы его можно было посадить. Просто тяжело. Я не могу определить, какой из них мне приходится именно рукой. Приходится рукой, конечно. Нажимать. Смотри, как душат они. У них плюс 2 урона всего, но типа, блин, страксой тут под кнопками. Это жестко. Прикинь, почти рампагу фамильярами оформили. Вот это жестко. Так, огра, атосик есть. Дядь, давай бафай вот эту свору. Чувачков. Опа, смотри, ризрак. Погнали. Траксы есть, трушот, если что. Зажмакаешь, дядь? Жмакай смело, сейчас тут раздушим их. Он плотный очень на ризраке. Конечно. Очень плотный. Тракса минусом. Так вот сделаем. Хорошо, по базе пролетимся. Там еще лоу хэповая спека убегает. Сейчас мы ее настигнем. Правда, вижу, не хватает. О, вот она. Здорово, дядь. Сейчас Найкс будет такой, да, чисто я специально не вложил эту Гаргулию, потому что там сюрприз, короче. Чисто Гаргулия с сюрпризом, там Найкс такой просто выпрыгивает, и все, и нету никого. Так, это, конечно, жестко, дядь, поднимаю. Я улетаю на базу, в любую, дядь, залазь, какая тебе нравится больше всего. Жестко, так, у Траксы почти откатился. Трушот. Почти откатился. Барабаны есть, Эриксара? Есть, все, барабаны есть, все есть. Он кто-то идет по миду, Ризрак. Ща мы его лопнем вместе с трушотами. Дядь, скажу, когда трушот нажимать. Скажу, когда. Давай, нажимай, дядь, поехала. Let's go. Ой-ой-ой, как же ему больно. Вы просто посмотрите, это Ризрак, чтобы вы понимали. Персонаж, который накапливает. Накапливает армор, и это просто жесть. Теперь вот этого хочу, Еса. Сейчас с Есом поизвращаемся. О, бро, это просто что-то немыслимое. Как же душат эти гаргулии. Жесть, что это? О, Рикимару, здорово. Сейчас мы тебя немножко тут подлатаем. Опа, все, я полетел дальше. Хорошо, опа, это что? Опа, спектра, стан спектру и поехала. Вот эту застанет этой гаргули. Этой гаргулей тоже застанет. Хорошо, и душить. Смотри, что с ней делает эта гаргулия. Просто уничтожает. Дядь. Нет. Двухголовый друг. Мы потеряли огра. Ребят. К сожалению, потеряли огра. Подожди, снимаешь ты варды. Ладно, все, я понял. Сейчас Октарин 6К. Дядя, я ТП куплю тебе. Дядь, все для тебя, ТПшки покупаю. У меня Мидас, надо на базе. Еще желательно надо в стадии это, короче, и Мидасить постоянно. Шиву еще можно купить. Но Шиву на ауру, чтобы помедленнее. Да, гоу. Г, на базу веду вас. Хорошо. Так, мне хватает 60-80 телепортов на базе.
Это жестко. Слушайте, а у меня 25 левел каким-то образом. Неужели то, что я добиваю, да, мне левел дается? Типа, серьезно. Я стою на базе, у меня левел почему-то 25, чтобы вы понимали. Это в чем прикол? Я стою, кого-то убиваю, мне экспа дается? Если честно, я не любитель визажа, я не игрок на визаже. То есть, ну, я могу там поиграть, там чуть поапмить, да. Но таких тонкостей, если честно, я не знаю. Таких тонкостей я не знаю. Так, что там у Найкса? Еще радик можно, но радик, наверное, все-таки не стоит, потому что можно... Я хочу все-таки попробовать рэмпейдж сделать. Рэмпейдж хочу попробовать сделать. Шива, хорошо. Хочу попробовать сделать рэмпейдж. Так, давайте кого-нибудь забайтим. У нас тракса фуловая, там Яши, эти зерилы, все, что нужно. На низу, смотрите, суета. Полетели с ребятами. Туда, там забафаем. Хорошо. Они, короче, оппонента собираются эту катку выигрывать. На самом-то деле. Мне Огр нужен на бафы. У него есть тревел? А, у него нет ничего. Ну, сами мне... Ну, хотя, не знаю. Ну, можно так попробовать. Гоу трушот, дядь. Трушот, юзай. Ах ты, скотина на ризрике. Куда ты убежала? Ну, походу, просранный трушот. А, вон он бежит. Вон он бежит. Но летят. Гаргули, они не забафаны, не медленные, конечно. Ща их гаргули порвут ее. Хорошо. А что, рэмпейдж делаем или нет? Интересно, где наш чувак на Рикимару? Чувак на Рикимару. Сейчас бы Рики найти. Ра-ра-ра-ра, Огр там набафывает. Ах, хорош, бро. Сейчас вот здесь вардики снимем. Отлично. Блин, они и сами девардить могут под Найксом эти гаргулии, короче. Вообще кайф. Вот так сделаем. Давайте посадим, поднимем. Огр сюда. Опа, зусчик на миду. У траксы почти есть трушот. Хорошо, бафай. Сейчас будем заходить, дядь, под трушотом. Так, трушот уже есть. Хорошо. Огр бафает. Только вижен дается, я сразу залетаю. Скажу, когда нажимать. Угу, вот сюда сейчас, походу, полетим. Дядь, жмакай, походу, поехали. Походу, начинаем. Ой, бро, как же это больно. Бедный Ризрак. Опа, смотри, спектра. Где спектра? Вы видели спектру? Я ее не видел, честно. Спектру это не видно даже было. Вот они мощные. Жесть, они реально очень мощные, эти фамильяры. Под таким бафом, под траксой. Если честно, я не думал, что это настолько будет рабочая и крутая тема. Попробуйте с друзьями. Реально, это очень круто. Я просто сижу, играю одной рукой. И типа, Огр все делает, и тракса. Все. Больше никто ничего не делает. Ой, ну все, походу, Зевс у нас наигрался, ребят. Ну это, блин, прикольная тема. Реально. Просто жесть. Одни фамильяры душат. В чем самый кайф такой стратегии? Это то, что фамильяры, они бьют именно геройской атакой. Это очень крутая атака. То есть это как будто это сам герой, да, наносит урон. То есть такой смысл. Короче, это жестко. Ну, давайте, наверное, будем пушить их по чуть уже, доламывать, потому что они, бедолаги, страдают от этих фамильяров. Они не знают, что с ними делать. У них не получится их снести, убить как-то быстро, потому что, ну, это фамильяры. Их нужно немножко приложиться, чтобы задушить. Приложиться там 3 тычки всего, но тем не менее. GG, лол. Я бы такой, на самом деле, еще одну катку бы скатал. Еще одну катку бы скатал. Ну что, ребят, недолго думая, решили мы, конечно же, еще одну каточку посвятить этой комбинации. И ребята взяли также героев. И оппоненты теперь новые. Ох, какое для них будет удивление, когда их будут убивать фамильяры, потому что мы уже протестили, и это работает. Ребятки, конечно же, не забудьте поставить лайк за вторую каточку. И не забывайте подписываться на YouTube-канал. Ваша, как говорится, поддержка – это то, что нужно для того, чтобы канал рос. Поэтому поехали. В общем, на лайне также, наверное, постою с Риксаром. Немножко подынаю, сделаю медасик, чтобы можно было чуть-чуть раскочегариться. Ну и по стандартику.
будем действовать. Надеюсь, катка получится интересная, тоже такая же интересная, как прошлая. Ну, не знаю насчет рампаги, но ультракил на фамильярах. Я сегодня, благодаря помощи ребяток, благодаря помощи моей команды, да, сделал. Это очень круто, это очень интересно. Это очень интересно. Так, ну работаем. Работаем по лайну. Очень больно мне висп тачкует. У виспа, казалось бы, там урона почти нет. Он 52 урона. Кстати, неплохой урон. Мне залетает. Жесть, как больно. Надо тройку вкачать. Да, и кстати, еще один моментик. Мы сейчас протестим то, как мне все-таки дается экспа за добивание фамильярами или нет. Потому что я так посмотрел. Вроде я стою на базе, но у меня левел растет. Не знаю. Неужели это считается, как будто фамильяр это часть героя? Потому что, ну, другого у меня нету какого-то суждения по этой теме. Потому что, ну, такого быть не может. То есть, я не знаю. Посмотрим сейчас. Так, возьмем себе соло-курьера. Сразу, чтобы можно было себя запуливать. Fast midas, как говорится. Этот лайн мы тоже с Риксаром должны выигрывать. Не знаю, как вы хотите тут. Но выигрывать нужно. Выигрывать нужно. Аккуратненько ласхитим, динаем. Динаем, ласхитим, хорошо. Руфа немножко, он тут, парнишка на этом, на виспе, заряжает. Жесть, конечно, мощный парень висп. Опа, завтыкал, получается, дядь. Сейчас напишет, ксост. Иче, я лагаль. Завтыкал, дядь, завтыкал. Завтыкал, дорогой. Так нельзя делать. Ты чё? Ты тоже втыкаешь, что ли? Я ж тебя уничтожу сейчас. Можно было дать единицы. Я подумал, такой же тему он делает, как и Висп сделал. Сейчас бы единицу себе дал, мне кажется, с Риксаром бы уничтожили бы это полено, срубили. У Риксара как раз таки есть топорики, можно подрубить немножко это дерево. Так, мы тут с Риксаром немножко начали лайн толкать. Не очень хотелось бы, конечно, пушить, но... Надо было единицу дать. Ну, прости, братка. Рак на фамильяре. На визажишевиче. Визажистович фамильярович. Визажист фамильярович, извините. Хотел на работу устроиться за визажиста фамильяровича. Так, окей. Найс, скорость атаки растет и добивать легче. С топориком на визаже. Топориком на визаже. Так, ну надо немножко сейчас. Сейчас динаем чуть-чуть и медасик почти. Ой, в меду что-то страшное происходит. Бухунтер вылазит и крысит. Давай, дядька, я тебе вот так вот сделаю. Возьмешь вот этот синий глазок. Хоть чем-то поможем, а то если ребята не раскачаются, то от меня толку не будет. А ТП нету, и ТП скинем, дорогой. Держи. Медас подождет. Медас подождет. Вон тебе и ТПшечка, и вардик. Все на свете тебе положим. Хорошо. Мы потом этой линии отомстим, я тебе говорю. Мы потом эту лину будем гонять этими фамильярами. Можно будет сейчас, кстати, полено подрубить, я думаю. Гоши спах. Шиспа, побьем, дядь. Шисп, куда улетел? Ах ты, Криса. Не-не-не-не, минус уже, дядь, уже минус. Далеко. Двойка не зарядилась до конца, я не успел закинуть ее. Надо двойку, хотя бы три заряда двойки подзарядилось, там можно было атаковать. Смотри, 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 полено что делает. Ну давай. Ух ты, смотри. А, тут еще и бхунтер. А, вот она ча. Оказывается, нам тоже центричочек нужен. Ну сейчас мы ему устроим. Центричок купим. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем, ребят. А то, смотрите, в себя поверили они. Сосо, да. Кстати, очень хорошо, когда оппоненты раскидываются такими фразами, будучи не зная, что с ними будет буквально через 20 минут. Это прям по кайфу. Прям очень кайфово, когда ребята сами же начинают вот так вот, да, писать такую ересь и потом же получает веселые катки. Ой, там Лина там с этим Страксой, размены просто профессионаловские. Нормально, дядь. Ну,
К сожалению, бывает в жизни огорчение. Потные там, потные, дядь. Надо запотеть. Так, вот тут вот ткнем, да? А, бегает Бхунтер, бегает. У меня почти есть Мидас. Почти есть Мидас, сейчас еще, наверное. Давай, дядь, побьем чуть-чуть. Тут еще и полено в кустах стоит, да что такое? О, еще и Лина пришла, да вы че? Нифига у Найкса там Мидас уже есть, но у нас тут навесело внизу. Сорянчик, дорогие мои друзья. Ава, там БХ в кустах, дядь. Шелина, да что такое, посмотри, сколько их. Я убегаю, как могу, но вряд ли убегу. Ой, она мне лагуну, 5 героев внизу, да? Жесть, я не знаю, мне бы Мидас доделать чуть-чуть. И можно вардики ставить. Вот тут вардик бы поставить. Но что-то прям на низ они очень сильно обозлились. Что-то они прям очень злые какие-то враги. Так, там смотри, Лина побежала аккуратненько. БХ на топ улетел. Где-то Лина там должна быть. Где-то там должна быть Лина. Чуть-чуть до Мидаса. 300 Мидас. И можно будет нормально кайфовать уже. Я буду в пассиве стоять аккуратненько. Душить. Блин, дэмэдж хороший. Скорость атаки хорошая. Такой кайф. Просто офигенно. Фармить. Хорошо. Так, 10 золота Мидас. И зачем я в чат хочу написать, что 10 золота Мидас? Как будто это такая важная информация для моих союзников. Не знаю. Как будто эти 10 золота не накапают никак. Так, хорошо, что там? Агур пришел. Ну что, можно, в принципе, принять, но надо виспа убивать. ЦЦ Лина. Лина ЦЦ, да. Кстати, виспа надо, виспа, дядь, виспа. Какой полено, виспа, дядь. Все, ГГ ему, зарядил кнопку. Есть. Молодчиночка на огре. Прям мужчина с большой буквы. Хорошо. Так, что, у меня есть уже фамильярчики. Сейчас чуть-чуть полегче на лайне будет, потому что сможем с фамильярами немного виспа гонять. Висп не любит большое количество урона по голове. У него нету армора, как, в принципе, у визажа. Но посмотрим, как пойдет. Пойдет и поедет. Могу по чуть лесочки гонять. О, смотри, обходит Линочка. Ох, там Тракса едва успевает убрать свои волосатые ноги. Сейчас же зима. Зачем бриться? Хорошо, немножко подрабатываем в лесочке. Тут экспимся, сейчас тройку, наверное, будем замакшивать. Чтобы не умирать. Защита должна быть, резисты должны быть. Все будет огонь. О, смотри, смотри, нападение тараканов. Ой, бро, беги, мой тараканечек. Ух ты. Дядь, помог? Хорошо. Убью, найс. Смотри, я хилку ему дал, он выжил. Слушайте, ну, по-моему, мое второе имя Шудота, не? Если нет, поправьте. Красава, брат, живой, лучший. Хорошо. Самое главное, это верить в свое дело, ребята. Если вы хотите добиться какого-то хорошего, красивого, интересного результата, верьте в себя, и все получится. Вот сейчас я верил в Риксара, и он выжил. Соответственно, что это значит? Значит, я молодец. Я поверил в него, дядь. Вот так вот. Хорошо. Кто это там зелененький телепорт делает? Ракушечка поленовская. Так, там, смотри, заход, дядь, заход, аккуратно. Ой-ой-ой, там на миду Лина. Я могу фамильяров мид выслать, если надо, Траксе немножко помочь. Только свистни, они уже на месте. Мидасик сейчас пойдем швырнем. Пойду в лесочек дальше, экспиться. Так, аганим нужно мне сделать. Аганимчик. Ой, Свен, бедолага, пошел. Найкса бить, ой, как не успевает лайфстиллер нажать. У нас рейдж, вообще, посмотрите, рак на лайфстиллере. Ой, бро, жесть, конечно. Найкс у нас, конечно, такой. Ничего страшного, камбуц к ним, дядь, не переживай. Сам обосрал, сам похвалил, есть у меня такая стратегия, друг. Не переживай, ты главное, стремись, все получится. Кто это там киллингс придет? Ах ты! Там БХ догоновый, кстати. Люблю БХ догоновых, потому что он будет максимально безобидным. Для того, чтобы его убивать с помощью фамильяров. Максимум, что будет, это под треками. Он будет очень быстро бегать. Но трек же нужно на кого-то кинуть.
Также нужно кого-то кинуть. Хорошо. Ой, да посмотри, как БХ там душит. Дядь, что случилось? Ребята, походу ГГ, да, нам? ФФшку писать пора. Ребят, ну не надо ФФ, ну пожалуйста. Тебе ГГ, пиши ФФ. Хорошо, да, ребят? Когда есть хорошее настроение для того, чтобы тушить. Ух ты, блин, я себе сам кэмп заблочил. Так, у меня есть почти. Нагоним. Ингредиент первый. Первый ингредиент агонимовый есть у нас. Фармим почти, ребят. Ой, смотри, что делает извращенка, вы видели? Она атакует моих этих фамильяров там. Ой, не фамильяров, курьер. Ну, короче, какая разница? Курьер, фамильяр, все они, в принципе, птицы. Только то не живые, а то живые. Ну, типа, как-то так, не знаю. Нифига там в меду суета, фамильяров, ребята, вам высылаю, чисто подмога. А с воздуха будет вам там. Я, в принципе, сам могу ТП дать, чё я туплю? Чё я туплю? Могу и сам помочь прийти. Давай, давай, дядь, или Лину там, я не знаю, килл любого. Но у нас хостой, по-моему, если не ошибаюсь. У меня тут этот, Свен, короче, он меня не пробьет. Все равно, если даже нападет, он не пробьет меня. Спину Свен обходит. Огур аккуратно там. Хорошо. Так, ну у меня есть поинт бустер. Три героя, четыре тут. Блин, я, наверное, все-таки... Ага, вон, Свен напал. Пойду Свена убивать. Гоу. Блин, там БХ уже бежит. Дядь, беги, беги, дорогой, беги. Я помогу, постараюсь. Я не успел ничего дать. Дядь, заряд кинул в него. Заряд кинул, но ведь не успел. Сорян. Хорошо. Че, Руфчик там стоит? Сейчас я выйду, единицу дам, если что. Обойду. Ты сам хочешь его, что ли? Там фамильяры пока облетят эту всю галактику. Я бы помог. Хоть немножко дэмэджа они дают в начале, но... Все равно. Ладно, я внизу почилю. Фамильяры пусть на меду повисят. Фармим дальше. Огоним свой. По чуть, по чуть. Сейчас в меду... В меду что-то веселуха. Блин, как же эти деды душат-то, ё-мо. Дедок душит. Пойду вард сниму. Сколько там у меня еще времени? Две минутки. Хорошо. Найкс нормально там грызет. Ой-ой-ой, у меня проблема. Называется БХ. И Лина еще тут. Подожди, дядь, дай улететь, ё-моё. Не надо, пацаны, чё за дела? Вообще, зачем вы за мной бежите? Отстаньте от меня. Сори, сори, сори. Лина на юл хочет поднять. Не надо, дядя. Ну все, мне конечно тут, пацаны. Я обещал вернуться. Сейчас, сори, сколько их тут. Да не-не-не, Рекс, куда ты, братка? У них, короче, они будут пытаться сноуболить за счет того, что у них БХ. Под треками вот эта вся тема, это будет очень жестко. Это очень жестко будет. Да, БХ там почти догон ресипи. Ребята топ не трогают, внизу в основном какая-то суета. Внизу в основном. В основном что-то внизу они пытаются какую-то суету наводить. Вот здесь вот герои стоят. Хорошо. БХ в спине, дядь. БХ в спине, если что. Кажется, не один он там сейчас будет. Ага, прям ты посмотри, какой он. Да, я попробую застанить, если Тракса будет пытаться убивать. Застаню, дядь. Раз, не попал. Жесть, он побежал так быстро там в моменте. Но они пока сядут, эти фамильяры еще. Ну, я как обычно, в принципе, отмазки. Только и всего. Но вот этого, кстати, могу плюхнуть на БХшника.
Хорошо. Ой, там до соса дойдет, да? Они в пятером все время будут. В пятером. Надо немножко, короче, вместе отпор какой-то дать, потому что, ну, походу, не варик. Соливарню очень активно ребята отплеивают. Очень активно. Да, нам Найкс нужен. Очень жестко что-то оппоненты давят постоянно под треками. Очень жестко, короче, давят. Они очень давят. Они впятером просто давят нас по КД. Очень жестко. Вот они сейчас тут вчетвером стоят просто и что-то ждут. Что-то ждут непонятное. У нас, в принципе, стратегия определенная, что нефиг тут париться. Нефиг париться. Все нормально будет. Я уже почти 11. Блин, эта катка будет и потная, и сама по себе интересная. Оппоненты такие хитрые. C3. C3 оппонент. Смотри, мид ломают там. Нам Найкс нужен. Найкс нужен. Нужно отпор им дать разочек такой, пятером. Даже я, наверное, подойду. Найкс с аганимом. Правда, мне кажется, маловероятно, что что-то нанесет. У нас даже дастов нету. Ну, блин, мне бы дасты купить тогда. Дасты купить. Руфа начал бить. А, Руф такой в инвиз зайти хочет. Нифига себе ты гений. Конечно. Пробьем. Ой, хорошо. Хотя бы так. Ну, сорян. Ребят, как есть, как смог, так помог. Пойдет. Давайте дальше фарманем. Мы, в принципе, отзонили. Нам нужно в диапазоне тавров держаться. На миду смысл? На миду нету, короче, тавра. Зачем? Зачем? Мне кажется, толку не будет с того, что сейчас скомбиним. Ну, одна всего у нас горгулия. Давайте пролетим. Я пролечу вот сюда. Попробуем. Да, толку, мне кажется, немного будет. Что там у нас? Никто раньше так не... О, иду БХ. Ну, нету дастов даже. У меня... Ну, о, траксы есть даст. Дядь, залетай. Во, во, во. Лину буду бить. Давайте, дядь, вот так вот. Смотри, что она делает. Ну, надо вылазить, дядь, надо вылазить. Надо вылазить и душить. Надо вылазить и душить. Надо вылазить и душить. И в итоге такие, никто не выходит. ХЗ. Сидят пацаны, чилят, короче. Ну ладно, пусть чилят. Не, дядь, так не пойдет. Надо вылазить. Сейчас, короче, не та тема, чтобы вот эту тему делать. Нужно укрепиться немножко, дать им чапалаху и немножко потом пофаниться. Надо было Лину просто вылазить, сбривать и все. Чуть фарманите, надо фармить, ребят. Чуть фарманите. Чуть надо пофармить. У меня почти есть аганим. В 11 левел есть, аганим почти есть. Я, конечно, жестко их тут. О, нифига себе, он ТП дает. Мощный, брат. Мощная ТП, братка. Ну, короче, я их тут засоливарнил немножко. Просто вообще что-то не почувствовал даже эту Лину. Опа, Руфчик, дядь, иду, помогу. Помогу, дядь. Помогу. Ай, там еще и БХ. Слушай, ну маны нету, конечно. Так, сделаю. Дядь, помогу тут. Хорош, мужчины. Мужчины, красавчики. Вот это, вот именно вот такой камбуск нам и нужен был. Мужчины просто, самые натуральные, с большими кока-джумба. Хорошо. Так, ну что, ребят, ситуацию немножко мы подровняли. Дали оппонентам немного прикурить. Правда, Свен фармит. Но Свен с Момчиком, это на самом деле нам не страшно. Самое главное, что катка качественная, контентная. Вкусная и аппетитная. Сейчас немножко сделаем еще тревела, чтобы можно было ребятам помогать дистанционченько. И там что-то за Риксаром какая-то погоня. Мы сейчас на топ фамильяров отошлем. И сами, наверное, ТП тоже дадим.
Вон, ребята, встретили светлячка, светлячок наказан, светлячка уничтожили, сейчас Свен подходит. Ой-ой-ой, да это просто надо вот эту женщину огненную посмотреть, что у нее там горит. Смотри, вон она бежит, ты посмотри какая, что за юл ты даешь, дядь? Вот тебе такую штучку кину. Ну, не хотел, честно, стилить заранее кину. Ну ладно, пойдет. Я, если что, телепорт все равно куплю. Сейчас я куплю себе траволэшку. Траволэшку. В принципе, мы по чуть душаем. Давай вот так, меда с ним. Хорошо. Есть траволэшка. Вардецкие возьму. Давайте я побольше вардов куплю. Постараюсь как можно больше. Внизу фарм какой-то подходит, ребятки, посмотрите. Делаем. Ну, если рейди, как говорится, можно... Ну, там много дэмэджа сейчас не нанесем, я думаю. Надо гем взять. Гем еще надо. Гем у меня нет, к сожалению, ребятки, пока что. Гема пока что нету. Так, я сейчас вот здесь поставлю вард. Если что. Если дойду. Чем раньше, тем лучше, да, конечно. Тут по такой стратегии тоже можно. Сейчас ребята подойдут и можно поставить. Я, наверное, аккуратненько постараюсь пробежать. Но я боюсь, я не дойду. Боюсь, не дойду. Ну, пусть ребята залазят. Риксар далеко. Свена соло можем убить, в принципе, тут. Увидел, да, наверное? Три в миду. Мы сейчас тут вард поставим. Лина еще тут. Хорошо. Так, я аганим, кстати, как создал. Я так фамильяров не перебафал. Б, Найкс. Найкс умрет сейчас. Уйди. Лина не может не отпустить просто. Там еще, ты думаешь, что? Там еще чуваки идут. Я же говорю тебе, дядь. Я вот так сделаю. Уходить надо. ТП делаю. Нафиг отсюда. Все, я фамильяров отправляю куда-то сюда. Там, ребята, если что, ауры подсобрали уже, Володька есть, барабанчики надо. Смотри, вот тут сейчас фамильярами немножко подрешетим, немножко, чуть-чуть. Лину хочу. Лину или Веспа, пофиг. Или Лину, или Веспа. Лину подрешечу. Ай-яй-яй, вот это контроль. Но я буду по таймингу станить тогда, это единственное, что я могу здесь сделать. Потому что законтролил руф немножко фамильярчиков, к сожалению. Ничего не могу сделать. Хорошо, красота. Так, они ФФ пишут. Мы даже еще не комбинили. Тормози, да. О, мне донат залетел. Зачем? Кинь ему слотик на два игры. На два игры слотик. Кто-то донатит уже на два слотик игры. Прикольно. Я сижу видос пишу, мне донаты приходят. Спасибо большое, дорогой. Выделим слотик, конечно же. Так, ребята готовы. Кираса есть? Не за что, конечно, не за что. Так, я, блин, вот если бы там еще трек пошел, то, блин, я бы, наверное, все поскипал. Эй, аганим нужен. Аганим. Гем есть? Гем, ребята. Гем. Рексу отдал гем. Я купил. Риксара бери. Дядь, поехала. Сейчас мы даже затестим, кстати, с экспой. Что там на миду происходит? А Найкс сегодня залезет? Найкс возьмет? Найкс все сделает сегодня, нет? Найкс не хочет? Алло. Вот Язер втухает, жесть. Язер! КД у него. Че, какой КД нахрен? Где он его тратил? Линкай. Поехали. Сейчас порвем вот этого Свена. Нафиг. Эй, Свен, здорово. Блин, бить не могу. На мне эти руты. Жестко. Хорошо. Вот этого бы зацепить. Ладно, БХшника гол. Дядь, БХшника лопнем. Я задушу, не ссыте.
Все задушим, все задушим, не ссыте. Все задушим, не ссыте. У нас тут демеджа миллиард просто. Хорошо. Задушим, задушим, не ссыте. Где Алина? А, вон она убегает. Догоню, нет? Да должен догнать, по идее. Должен догнать. Не, не догоню, не догоню. Не догоню. Ладно, пойдет. Эх, сейчас походу... Нет, не собьют, хорошо, приземляю. О, там вардик спалился. Слушайте, у меня левел действительно, типа, ну... А, ну я сейчас был в драке, лол, я тупой. Сейчас стану АФК. Хорошо. Ну, как же душ-то этот... Это еще, кстати, без Траксы сейчас. Как только Тракса умирает, ее трушот отключается. Надо, чтобы Тракса жила. И Огру... Огр. Огр. ТП. Даю. На базе. Иди. И я ему варды отдам еще. Варды отдам ему еще. Хорошо, можем комбинить. У Траксы, к сожалению, пока ничего на ловкость нету. Но это она сейчас немножко поправит. Можно будет душить получше. В принципе, с тремя фамильярами будет нормально. Вардики. Есть вот это. И варды. И варды возьмешь. Дядька, я в игре не участвую. Манго, манго, манго. Выкинь. Зачем тебе манго на 26-й минуте с Солрингом, с Арканой? Прям must have артефакт просто нужнейший. Самый любимый. Так, ну Атос почти у него есть. Все, вот эти ребята тут сидят в засаде. Ждут, ожидают. Блин, какая потная игра и как она легко переворачивается, да, за счет... Ну, мне кажется, они сейчас пойдут в Рошана. Кого показать? А, что там кто-то есть, нету, дядь? Ну, не знаю, я просто Огра жду. Вон, 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 да, БХ светанулся. Дядь, бафаешь и поехала. Так, Огр сейчас пробафает. Огр пробафает, Огр начинает бафать. Опа, вот он вышел, ракушка. Сейчас его не будет, дядь, чекай. Все, где БХ? Нет БХ. Пойдем к Рошану. Мне кажется, они в Рошане сейчас. Трушот, что ты зажал, да, трушот? Хорошо, нормально, нормально. Нормально, дядь. Сейчас, возможно, тут кто-нибудь будет. Опа, вардик. Вардик сняли. Тут никого нету. Можно Рошана зайти, жмыхнуть. О, здорово. Слушай, неплохо так Рошанчика можно зайти шмыхнуть. А чё и нет? А чё и нет? Опа, виспулька. И виспа туда же. Всех туда. Всех туда, ребят. Давайте вот здесь задеварним. Я пройду туда, задеваржу. А, зачем мне туда идти? Ну, я хочу обсерв поставить. Вот зачем я хочу туда идти. А так в целом... Не, варда нет, кстати. Так, ну Огр сейчас забафает. Блин, какая же суетливая, да, такая суета чисто. Что делать, что делать, что делать? Все, готово. А, внизу можно забрать Тэшку. По-любому... А, Тэшка сама сейчас умрет. Хорошо, хорошо. Тэшка умирает сама. Кто-то сейчас прилетит на деф. Это какой-нибудь Свен. И можно задушить. Кого-то кикают там. Виспа кикают. Вот как? Как вы? Вот он вам сад... А, Свена кикают? Подожди. Он вам катку делает. А вы... Ой, раки. Но на самом деле это байт. Сейчас Свен... Сейчас ТП, да? Свен... Ча. Идет. Бро, ну это так настолько читабельно, что... А, Лина. Лина. Ну давай Лину хотя бы, мне пофиг. Давай Лину. Мне пофиг. Вон, смотри, убегает она. Ну я очень быстрый, что фамильяры, что я. Угу. Жесть, она быстрая, конечно. Догнать не можем. Все, да, я ее подцепил, фамильяры изрешетят сейчас, дядь. Чекай, что с ним будет. Боже, какая она бедная. Ой, бро. Давай вот там суету наведем. Трушот КД, дядь? Ну-ка. Да, о, трушотик есть, кстати. Чекай, есть трушот. Дядь, ну-ка давай Руфа накажем. Трушот юзай. Поехала. Оп. Дядь, ну я лечу за тобой. Оп, хорошо. Ой, я не того посадил. Жесть. Не того посадил, дядь, сорян. Нормально, нормально. Как, я же в инвизе. МХ.
Вот так напишем. Подписывайся, имха там ездят. Вот там увидишь, брат. Там увидишь. Да, блин. Там увидишь, брат, как. Что это там на топе происходит? Это Траксу, что ли, девственности лишают? Я только вижу. Ой, бро, жесть. Как уничтожает ее? Ну, я могу ТП дать, но мне кажется, ты там сам живешь. Бабочка у него есть. Слушай, да ты же запакованный уже. Так, ну что? У меня 4000, в принципе, есть. Так, трушотик у нас в КД. Дядь, давай я тебе телепорты куплю. Вот здесь вот. На Траксу. Без трушота, конечно, сейчас, ну, тяжело будет убивать, но с огром убьем, думаю. Смотри, как... Ой, как они щекотят, но это настолько люто. Это настолько люто, блин. Они щекотят, но так, братка, сорян, я там убивал. Сейчас ТП покупаю, покупаю, жди. ТП покупаю. Вот столько тебе хватит на распродажу сегодня у нас тут. Да, мне, кстати, экспа идет, когда кто-то умирает от фамильяров. Блин, это на самом деле очень имбово. Потому что я могу просто стоять на базе и лутать экспу, реально. И золото при этом еще идет, и экспа. Опа, смотри, там кто-то, кого-то там. Дядь, ну-ка, я иду. Так, трушот еще готов. Сейчас забафает. Варда тут нет, дядь, камон. Аллей. Опа, кто, висп? Блин, быстро, конечно, они слили его. Я перебафую. Перебафую. Ребят, там может закупчик какой-то, закуп. Что там есть там? Кираса есть. Денег нет, да, у Найкса? Ну, у меня, блин, тоже нету ничего. Ладно, пойдет. Пойдет. 20 ТП. Так, ну, Тракси остается, мне кажется, этот. Только... Снять прямой эфир, и это видео. Подарок продал. Чего? Пропал, они пропадают через время. И в новом месте спаунятся. В новом месте спаунятся. Так, ну что, Найкс там, в принципе, готов. Етати, Ксена здесь, Етати, да. Брат, это я. Это не он. Это не он, нет, это не он. Хина здесь, Етати, да, это я. Внизу фарм. Тракса заберет, интересно. Так, Найкс, где Найкс мой? Найкс на базе, да? Ага, он там с Шива бег. Не он, знаешь? Это он, нет, это не он. Так это он или не он? Это не он, да? Ой, шутки-минутки. Ладно, хорошо. Ну вот, а вы парились, что будет тяжело, ребят. На самом деле, все легче простого, реально. Очень легкая катка, очень простая. В Ютубе как? Норм. Спросил в Ютубе как. Норм, я ответил. Чаще какой вопрос? В Ютубе как? Норм в Ютубе, брат. Так, Радик, дядь. Да, можно от Лины Радик и Огру Атос. Ну чё, полетели? Чё сидим? Полетели. Ноль голд. Да, я буду дропать. Надо драться. Вон, смотри, бегут. Бегут. Там один висп только на самом деле. А что за курьер прилетел? Садись, поехали. Забафали. Хорошо, погнали туда. Там рух деревья жрет стоит. С пайпом. Так, дядь, если что, я крикну, там трушотку нажмешь. Когда крикну. Так, там фамильяр не забафанный, кстати. Основной не забафанный. Баф, дядь, баф. Центрального забафать надо. Вон, Свен идет, Свен. Там на Траксу нападение. Дядь, жмакай. Подожди. Трушот нажмешь? Нажимай. Ой, Свена просто разрешетило нафиг. Блин, жалко, Тракса походу минусом, да? Ой, дядь, ну я ТП дам. Если что, постараюсь чем-то помочь. Висп на базу ТП дает. Так, дядька, я тут. Даст есть, не ссы. Нажимаю. Хорош. Солирую его. Хорош, умничка. Сейчас висп сюда ТП даст. Сейчас мы его, смотри, что с ним, с этим виспом сделаем. Смотри, что мы с ним сделаем. Вообще. Ой, бро. Что за жесть какая-то. Ситуация непонятная. На самом деле очень страшная.
Пойду Мидасну. Давайте здесь опустим. Огр, брат. Ща куплю Атос тебе. Да, надо Радик дять. Тут Радик надо. Линии сбивать до герочек. Так, забафал. Хорошо. Кто там? Руфчик. Давайте нападение, ребят. Погнали, Руфчика. Опа, хорошо. И пошло испепеление Руфа. Где полено? Нет полена. Это очень жестко. Бедный тавр. Бедный тавр. Ребята, это что-то с чем-то. Давайте авард прочекаю. Есть, хорошо. Хорошо. Хорошо, сакред релик купил. Ну, вылазь, если что, вылазь. Вылазь, дядь, забирай релик. А как все начиналось, да? Так, я Атос сейчас куплю ТПшки Огру. Огру ТПшки, да. Огру ТПшки. Под ногами. Вон, смотри, идут. Забафает Огр. Трушотка есть, дядь, если что? Жмакай. Жмакай, жмакай, жмакай. Виспа. Минус о нем. Хорош, минус. Веду дальше под Лину. Может, найду где-то что-то. Нету никого. Так, тут нету вардов. Блин, у них единственный минус, это у них обзор вообще никакущий у фамильяров. Вообще никакущий. Хорошо. Так, а то с Огра есть. Хорошо. Найс. Отлично, идем. Че, я, наверное, на базу пошел. Че мне тут делать с вами? Сейчас ребята забафают. Рушот откатится. Рушот почти есть. Огр забафает. Бафаем. Так, 29 ТП в куре. Хорошо, ребята, там Огр работает на бафах. Лину бы как-то остановить. Я пойду на топе дефну, наверное. Крипы идут. О, смотри, идет сюда. Смотри. Нету. Сейчас, если поднимется, типа, это минус будет. Свена можно, да? Опа, дядь. Блин, там Лина еще была, прикинь. Опа, испепеление бедного Свена. Бедолага. Просто закусали. Без трушота просто кусают. Лол. А, ты нажал, жесть. Нажал, дядь. Там подлоу хэпового. Ладно, давайте вот так сделаем. Смотри, как ломает, как в Доте 2. Где-то я видел, что... О, смотри. Это суицидники, что ли? Смотри, суицидники. Это что такое? Зачем этот телепорт давать, я вообще не понимаю. В Доте 2 видел такую тему. Висп с фамильяром ТПшится, там виспа, там куча бафов под тизером. И, короче, просто с этим фамильяром они уничтожают просто трон. Все. Вот и вся игра. Вот и вся Дота. Ой, блин, как же они фигарят, это ужас. А Руфчик-то сколько писал, блин, вообще здесь. Да, мне экспа дается, я вот хожу просто АФК, мне экспа за киллы дается. Это очень имбово, на самом-то деле, ребят. И в целом могу сказать, что эта катка... А, смотри, БХ-чи делает, бегает. Ребятки, в целом могу сказать смело, что у нас эта стратегия полностью получилась и... Это рабочая тема. Пробуйте с друзьями обязательно, друзья, обязательно поставьте лайк за эту идею, обязательно подпишитесь на YouTube канал. И не пропускайте видосики, ребятки, не пропускайте. Надеюсь, это видео вам понравилось. Спасибо большое ребятам, которые в моей команде помогли мне реализовать эту идею. Реально, огромный им респект. Ну а с вас, конечно же, лайк и подписка, и добрый комментарий, ребятки. На этом все. С вами был Ксаназис, и до скорого.